Да, блин. У меня уже достаточно таких. Хуя тебе 2000 штук. Блять, все от жадности, сука. Цирк приехал. Сильнее страдания. Сильнее страдания. Бейте 200 000, блядь. Офигеть. Сука, 200 000. Вас сколько, 5 хилов, и вы не можете выхилить?
Цирк приехал. Сильнее страдания. Сильнее страдания. Нужно подойти поближе. Без вас я бы долго не продержалась. Нет. Здесь произошли страшные события. Святилище считалось неприступным. Но до сих пор оно не подвергалось такому штурму. Черные драконы явились из ниоткуда. Мы даже не успели понять, что происходит. Силы были неравны. Мои братья гибли один за другим. А я спряталась здесь и запечатала вход. Нас убивали с расчетливой жестокостью. Но основной целью врага была кладка яиц в святилище. Атакой руководил кровожадный Заритрия. Но боюсь... Тут замешан. Алекстраза выбрала достойных союзников. В самом начале я ощутила присутствие их настоящего лидера. Огромного страшного дракона. Герои, мне неведомо, чего добиваются эти захватчики. Слуги, обратите их в пепел! Назойливая мошкара, вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Thank you.
А рыба была? Если посмеете. Проценты скажете? Ну, дыханием, походу, задело, блядь. Сколько процентов?
Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Небеса в огне. Сколько еще таких героев? Если посмеете. Да блядь, что за херня? Реально. А ты это, блядь, медленно, не знаю, проворачиваешь его. Это что, было лезвие, да? Это дыхание, да. Походу, было. Не, нормально, есть еще полчаса до МРТ, так что все хорошо. Пиздец, ни разу такого еще не было. Я вообще смотрю, вот что наши рейдер, вот эти обычки, что те, которые с молодой ордой, то же самое, ничего не отличается. Ну, нормально все. Пора уходить в орду. Пора сливать гильдии. Пора сливать гильдию. Уходить в Орду. Она без аркана это писала. Потому что она пытается... Ты говоришь, она тебя не слышит. Установить арка. Да, пишут это в гильд-чат. Небеса в огне.
Блять, у него какой-то стал здоровый конус дыхания. Да у него конус дыхания здоровый какой-то. Какая нахуй разница, где стоять в обычке, блядь? Пятьдесят семь. Привет всем. Пятьдесят два. Это на ком нитка была? Почему снова тьма упал? Я охуею, бля. Кого-нибудь заменить? Сколько еще таких героев? Ну, прям в центре расследовать. Короче, там Феонор с меткой не убегал, не выбегал, не ладно, его хилили. Потом на Мегатрона кинулась, Мегатрона надо было дисплеить, а кто-то дисплеил вместо Мегатрона, короче, Феонора. И в результате залило прям, ну, практически 80% площадки. Пиздец, это же что-то бесконечное. Да. Ну, проводил. Чем 24?
Значит, солдаты пьют. Ну а чё они дисплеят? 8, 9, 9. А вот из микрофона уехал. Сколько там уже? 55. Да. Иди. Вы в гере или в обычке? Это незаметная разница, да? Аж не было, я зашла и ушла. Надо упасть. Таких героев.
опять дисконуло. Что за фигня? Мой господин, этот мир сгинет в огне. На Варшаму пойдет она? Да. Не-не-не, вы что, какой Варшам? ТРДД. Скорость. Ну и что? Там атакующее заклинание. Плащик я выиграл, а писин 100 выбросил. Где-то мой отдал. В принципе, такой же трэш, что и на ушедшей собачке Сараски сейчас упал.